Марто яда текта самаста карма, неведитатма бичики ситоме, тада амритаттам пратипаддамано, маятма бхуя чакалпате вай. Марто яда текта самаста карма, неведитатма бичики ситоме. Тадам бритаттам пратипаддамано, маятма бхуя чакалпате вай. Гауди Гошипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур. Прабхупад сказал, что главная болезнь всех обусловленных душ это то, что они стремятся обрести вещи, которые не связаны с Кришна-бхаджаном. И вот Гаудия Гоштхипати Шрила Прабхупада сказал, что это главная болезнь обусловленных джив, то, что они стремятся к обрести вещи, которые не связаны с Кришна-бхаджаном. В этом их главная проблема. И на самом деле полное самопредание, оно невозможно для обусловления души. И когда настоящая харикатха происходит, они думают, что это невозможно осознать. Они думают, что это какая-то критика. И когда Бхактисиддханта Сарасвати Госвами, он говорил харикатху, большинство людей думало, что это как он критикует кого-то. И вот люди думали, что он какой-то критик, но это далеко не так. Для обычных людей невозможно осознать и понять такую харикатху, и не только это, даже некоторые из учеников Шрилы Прабхупады, они тоже оставили Шрилу Прабхупаду и ушли, и стали демонами. Они начали писать что-то против Гауди Мадха, против Гауди Сиддханты и против Шрилы Прабхупады. И вот они таким образом стали демонами. И вчера я говорил о том, что Кунджа Бихари Видьябушан, кто впоследствии стал Бхакти Вилас Тиртха Госвами Махарадж, он начал слушать харикатху от Шрилы Прабхупады сначала. И после этого он слушал несколько дней и решил уехать. И после этого Парамананда Прабху, он спросил, зачем он уезжает. И он сказал, что я не могу понять его харикатху и не хочу больше слушать. И Парамананда Прабху попросил его, это моя просьба, послушай еще какое-то время. И вот он сказал, что я ничего не понимаю, но Парамананда попросил все равно, послушай еще несколько дней. И тогда по просьбе Парамананды он начал слушать харикатху Шрилы Прабхупады опять, и через какое-то время он передумал уезжать. Поскольку он понял, что Шрила Прабхупад хотел донести до него харикатхана самосияющая, самопроявленная, и своими собственными попытками мы не можем понять, только по милости
И вот как в случае с этим учеником Шрилы Прабхупады, он по милости Шрилы Прабхупады мог понять то, что хотел сказать Шрила Прабхупад, но раньше он не понимал ничего и хотел уехать к себе домой. И вот можно вспомнить, что вчера я говорил о Веданта-сутрах. И вот среди них первая Веданта-сутра какова была? Атхата Брахма Джигьяса – это первая сутра из Веданты. И почему она первая? А потому что если у нас не будет этого вопроса, который описывается в этой сутре, то тогда мы следующие шлоки мы не сможем понять. И вот Адхата Брахма Джигьяса, значит, кратко Махарадж объясняет, что осознав, что этот материальный мир, он не вечен, не стабилен, что мы не можем получить никакой настоящей поддержки, настоящей защиты в этом материальном мире, он временен и очень опасен. И вот когда мы уже теряем всякие надежды обрести какое-то счастье в этом материальном мире, и никто, кто есть в этом материальном мире, никто не может спасти нас. И в этом случае это дживатма тогда думает, что же делать. И тогда в этом случае дживатма думает, что же делать дальше. И это зовется Адхата Брахма Джигьяса. И вопрос возникает, как же спасти себя. И в этом случае Адхата Джигьяса значит, Адхата Брахма Джигьяса значит само вопрошение, что вопрос должен быть в нашем сердце, что мы хотим, что то, что мы хотим найти решение для всей нашей жизни, это зовется Адхата Брахма Джигьяса. И после этого я сказал Джанмода Сюето, вот эти шлуки и прочее. И после шлока было Икшатена Асадбьям, то, что не нужно видеть материальные звуки. И Махараджи говорил вчера, они... И вот еще одна шлока из Веданта Сутры, вот это... Атма-шабда, что это значит? Атма-шабда значит трансцендентный звук. Апракрита-шабда, шабда Брахма. И вот у Апракрита-шабда Брахма есть свои качества, и материалисты, они не могут осознать, как можно видеть звуки. И вот это шлока Икшатена Асадбьям значит, что мы должны видеть трансцендентные звуки, но мы должны подготовиться к этому, иначе мы их не сможем их увидеть. И вот это сутра Гунасчетна Атмасадбьям значит, Атма-шабда значит трансцендентные звуки Апракрита. И вот это Апракрита звуки, они полностью отличны от каких-то материальных звуков. Есть вот два фактора мука и гуна. То есть не, имеется в виду нечто важное и неважное.
И вот в этой шлоке говорится, что будьте уверены, что атмашабды, трансцендентные звуки, они необычны. Имеется в виду звук. И то, что обозначает этот звук, они не отличны. Атмашабда значит тот звук, и тот звук, который показывает на, указывает на какой-то объект, они не отличны друг от друга, как, например, Кришна. Имя Кришны и сам Кришна, они не отличны друг от друга. Вриндаван и имя Вриндавана, они не отличны друг от друга. И таким образом в этом материальном мире материальные звуки, которые мы слышим и привыкли слышать с самого рождения, это одни звуки, материальные, но трансцендентные звуки. Трансцендентный звук мы можем начать слушать только тогда, когда мы получим посвящение. То есть тогда мы сможем их услышать по-настоящему. Когда наши уши, они по милости Гурудева, обретут такую способность перед посвящением. Конечно, мы можем слушать их, у нас есть наши уши, можно идти и слушать, но это слушание не будет совершенным. Мы можем слушать, но, опять же, оно несовершенно будет. И поэтому, если какой-то преданный спросил Шрилу Прабхупаду, что вот какой-то преданный пришел, уже давно в Матхе живет, и мы, я думаю, что уже можно ему слушать какие-то священные писания или еще что-то. Шрила Прабхупада говорил, нет, подождите, пускай они, их уши, они разовьются и созреют для того, чтобы услышать трансцендентные звуки. И вот после слушания трансцендентной харикатхи мы можем чувствовать, конечно, но после того, как мы получим посвящение, мы сможем осознать эту харикатху. Конечно, если будет должное самопредание у нас. И можно вспомнить, я уже говорил о том, что вот мука подешак, вот об этом термине. Но я кратко говорил. И вот через обсуждение Веданты я хотел дать вам представление о том, что жены Кали хотели сказать Кришне их молитвы в форме стути и в стихах молитвы. И главное то, что вайшнавы и их этикет, их характер. Вчера я также говорил о том, что во Вриндаване можно видеть, что даже до сегодняшнего дня и в Навадвипе также какие-то преданные совершают баджан таким образом, и что обычные люди не могут понять этого. И вот какие-то из них я уже говорил. Вот есть преданные, чей баджан заключается в подметании святой дамы. Они только это и делают, но через это служение они обретают лотосные стопы Шри Кришны, и поэтому Шри Чайтанья Чайтамрити можно найти. Девятисложная бхакти или 64-сложная бхакти может быть, но если мы совершаем даже какую-то одну из этих 8 или 64 слагающих бхакти, то эта практика, она приведет нас к успеху. И поэтому Шри Чайтанья Махапрабху в этой шлоке говорит, что если мы с должной верой совершаем какой-то один вид преданного служения, то это тоже достаточно. И вот вчера я говорил, был какой-то саду во Вриндаване. Гая Прасад его звали. Он был очень отречен
автоматически эта отреченность была в его сердце. И вот он всегда совершал харинам, пел свои киртаны, он был в Нибарке Сампрадае. И вот на Гавардхане можно видеть до сегодняшнего дня, кто-то празднует день его явления и ухода, или ухода, они 56 видов подношений предлагают Гавардхану в его честь. Он был домохозяином, но что с этого? Он был очень честный, образцовый домохозяин. Он совершал свой баджан очень высокого уровня. И много раз те, кто хотели слушать настоящую харикатху, они звали его. И вот он был такой отреченный домохозяин, и если его приглашали куда-то, он говорил харикатху, и после ему бывало давали много пожертвований, но он никогда не прикасался к этим пожертвованиям, он просил их посчитать, сколько там, и организовал на все эти деньги пир для всех желающих. И вот и так он, не взяв ни копейки с этой харикатхи, он возвращался домой. И вот такие преданные, как Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он тоже был очень отречен. Никто не может представить даже сейчас. Сейчас это подобно сказке, но его жизнь, она была реальностью. И вот мой первый вопрос в том, что те, кто не слушают настоящую харикатху, они думают, что харикатха подобна на критику кого-либо, они думают так. Я могу напомнить вам, что когда все полбоги пришли к Шукадеву Госвами, чтобы чтобы услышать Бхагавад-катхамриту от него, и они предложили, у нас есть нектар на наших небесах, мы можем вот дать этот нектар Парикшит Махараджу, он станет бессмертным, а мы будем слушать харикатху за это. И вот в прославлении Бхагаватам, в Падма Пуране описывается это слава Бхагаватам. И вот все полубоги пришли с таким предложением поменять свой нектар на их нектар. И вот они говорят, что у нас есть этот нектар на наших небесах, и мы хотим поменять его на слушание Бхагавад-катхи. Еще когда Госвами был оскорблен этим таким предложением, они могут сказать, что мы тоже можем попроситься на слушание харикатхи, это одно, а то не пришли, что-то поменять одно на другое. И Шукадев Госвами оскорбился и ничего не ответил им. И в итоге Шукадев Госвами подумал, что полубоги очень хитры, но хотят стремятся за какой-то прибылью. То есть хотят какой-то дешевый предмет поменять на более дорогой. И вот Шукадев Госвами, он лучший из Парамахамс, но все же в Бхагаватам время от времени мы находим, что Шукадев Госвами говорит какие-то жесткие слова. Вот как эти, например, он говорит это по отношению к каким-то материалистическим людям, по отношению к наслажденцам. И вот таким образом Шукадев Госвами. Смотрите, если он использовал жесткие слова по отношению к кому-то, но это не значит, что он хотел их как-то раскритиковать.
Вайшнавы никогда не хотят никого критиковать. Но Шрила Прабхупад говорит, когда вайшнавы говорят харикатху об абсолютной истине, то и вот эти приходили сахаджи из Вриндавана, из Навадипы и говорили, что вы как бы можете говорить свою харикатху, но нас не трогайте. То есть они просили, как бы, пускай говорите так, говорите, но чтобы их никак не упоминали. Хотя в Упадишамрите уже мы знаем, что говорится там вот эти слова. Только вайшнав может контролировать весь мир. Что значит контроль? Он может повелевать всем миром, давать наставления, и поощрение и наказывать кого-то, но вот майявади, они не признают этого. Это значит, что они не верят в гуру и вайшнавов. А если они могут верить в гуру и вайшнавов, то они должны понять, что только и только вайшнав может изменить чью-либо жизнь. Почему? В Бхагаватам говорится, что те, кто обусловленные души, для них харикатха подобно лекарству. Правачанадиби. Уктибхи даже. И почему? Потому что саду, они могут говорить харикатху, и это подобно лекарству. Это может изменить наше сердце. Это не какая-то критика. И те, кто выступает против гуру вайшнавов, Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура, они могут думать, что харикатхана подобна какой-то критике, но это не так. Вайшнавы, они совершенно не заинтересованы в критике кого-либо, но они вынуждены так говорить, но чтобы изменить сердца и показать правильный путь. И вот через харикатху они могут изменять сердца обусловленных душ, но если они не, если у них нет оскорблений у этих обусловленных душ, имеется в виду. И вот сейчас Махарадж продолжит эти молитвы жен Кали, и вот они просили Кришну, они молились до этого долгое время, чтобы Господь изменил сердце их мужа Кали Нага. И вчера я говорил о том, что Бхагаван Шри Кришна, он уже танцевал на головах Кали, и после этого мы слышали о том, что Бхагаван Шри Кришна через свой танец он наказал Калию и сломал все ему его головы. Я уже говорил об этом, но все же Калия, он не изменил свое сердце. Калия все же не изменил свое сердце. А почему? Как смотрите, есть какой-то материалист, например, они не готовы слушать харикатху, и если даже харикатха как-то происходит, они с этого места уходят. Поскольку харикатха опасна для них, они не хотят ее слушать. И вот о харикатха — это нектар. Но все же они думают, что это она горька. Харикатха на самом деле нектар, но такие материалистичные люди думают, что она ядовита. И как это возможно? Подобно тому, когда мы болеем желтухой,
то в этом случае печень нездорова, и если мы будем есть что-то сладкое, например, тростниковый сахар, или тростниковый сок, точнее, он не будет нам чувствоваться, что он сладкий. На самом деле, это тростниковый сок, он сладкий, но наш язык, он не в порядке, и поэтому мы не чувствуем настоящую сладость. И также, когда Парад Парахилешва, повелители всего мира и обладатели всех достояний, и имеющие все 64 качества в полнейшей степени, они только в Кришне находятся. И когда этот Кришна явился перед Калией, то у Калии не было никакого интереса к нему. Шват Кришна нама чаритади ситапи авидва питто патапта расанасса наурачикану кинту адурад анудинам халусай ваджустад шадхи крамад бхавати тадгато мулханти. When your mind is out of order, I mean distorted, in that case you cannot get any test. И вот если мы болеем желтухой, то, соответственно, не можем определять вкусы как следует. Но если мы все равно будем пить этот тростниковый сок, то постепенно он нас излечит, и мы обнаружим, что он сладкий. И вот это значение той шлоки. И вот, хотя Бхагаван Калия танцевал на головах Калии, но все же Калия не радовался этому. Он не чувствовал радости, он чувствовал... А он хотел отомстить Кришне. Но все же Бхагаван Шри Кришна танцевал на его головах, и все его капюшоны, они оказались сломаны, и он практически умирал. И в этом случае И так вот, лежа в таком состоянии, он, его сердце начало меняться. И, то есть, смотрите, Кришна, он стоял на одной из его голов. А почему? Вроде как он уже потанцевал, мог бы уйти, но он все равно стоял на одной из его голов. Почему? Калия и начал меняться, сердце Калии начало меняться. И вот Бхагаван Шри Кришна, когда он танцевал на его голове, он не мог оценить его величие и красоту. И вот и Кришна, когда решил пролить на него свою милость, то сердце Калии начало меняться, и постепенно он начал думать, что это может сам Верховный Господь, и я должен предаться его лотосным стопам. И поэтому Бхагаван Шри Кришна стоял на его голове, но смотрите, когда он танцевал на его головах, это было очень тяжело для Калии, но когда Кришна стоял на его голове, он был подобен цветку. И таким образом все жены Калии пришли, чтобы поклониться Кришне. Они принесли какие-то принадлежности для поклонения, они попросили Бхагавана Шри Кришну спасти его, их мужа, поскольку он был обречен на смерть, и они говорят, что: «О Господь, если ты наказываешь его, да, это правильно, но сейчас он умирает, а если он умрет, мы станем вдовами».
И, но у нас есть желание, что если ты сможешь спасти его, и в этом случае у нас будет возможность служить нашему мужу. Мы можем получить возможность служить нашему мужу, и поэтому, если ты спасешь его, это очень хорошо. И Бхагаван Шри Кришна, выслушав их просьбы, вчера я говорил уже. Бхутавасайо бхутайо парайо параматмане намастубхям бхагавати пурушайо парама махатмане. They are going to pay dandava to bhagavate, mean here bhagavadish sabda is related to bhagavan. В этом стихе Бхагават, Бхагавате – это звук, связанный с Верховным Господом, но он также значит, что Господь полон всяческих богатств. Бхага – значит сила, могущество. И вот когда жены Кали использовали это слово в своих молитвах, то они говорят, что мы поклоняемся тебе, источнику, ты полон, тот, кто полон богатств. И поскольку в этом мире есть только одна личность Пуруш, это Бхагаван Шри Кришна, а все дживатмы, все души, они пракрити, они его энергия. И даже если у этих пракрити, у этих душ есть склонность к наслаждению, но это наслаждение, оно подобно яду для них. Вчера я говорил о том, что наслаждение – это подобно болезни для таких, для отреченных. Имеется в виду склонность к наслаждению и к отречению – это две болезни. А мы заинтересованы в бхакти, а не в чрезмерном наслаждении или в чрезмерном отречении. И вот во всем мире есть одна единая личность – это Пурушоттам, Бхагаван Шри Кришна, и все его аватары, такие как Рамана, Симха, Вараха, они тоже… они исходят из него. То есть это такие частичные проявления Верховного Господа. Бхутавасая значит, это Верховная Личность Бога, который присутствует в сердцах каждого живого существа, как сверхдуша. И вот они говорят, что ты присутствуешь в сердце всех живых существ и также везде. И ты существуешь до начала творения. Я говорил, когда о творении, это творение, сотворение мира, как оно случилось, но смотрите, после, во время творения Господь, Он распространил Себя везде, во все частички. Но все же Он также существует как отдельная личность. Хотя Верховный Господь вошел во всю материю, во все частицы этой материи, но также у Него отдельное существование тоже есть.
И вот они говорят, что ты существовал до начала творения, и ты также причина всего, и причина причин и последствий, поскольку без причины и эффекта последствия мы не можем понять ничего, поскольку если есть причина, то есть последствия этой причины. А если что-то случилось, то причину случившегося тоже можно найти. Например, кто-то хочет пахтать воду, и сколько бы он ни пахтал, никакого масла не получил бы. И внутри воды нет возможности, чтобы масло получилось из этой воды. А если пахтать молоко, то можно надеяться уже, что масло получится от такого пахтания, поскольку возможность разделения молока на составляющие есть, и одно из составляющих масла. И поэтому эта возможность, если заложена, то, соответственно, можно получить. И также это творение. Если это творение кто-то сотворил, то есть, соответственно, контролирующие. И вот следующая слока. Бхагаван, он полон знания, и те майвади, они думают, что у Бхагавана не может быть своего отдельного существования, что Брахма, он само знание. И в то же самое время и вот Брахма, он может все знать. И также что-то узнавать он может. А что они хотят сказать, что у Брахмы хотя есть знание, но также Бхагаван может понять, что где происходит. И вот и то, что случается за бесчисленное число времени в бесчисленных вселенных, Бхагаван, он может знать и помнить все. Обычные люди не могут понять это, того, что говорится здесь. Гьяна — это знание о каком-то объекте, вигьяна — такое научное, осознанное знание. И вот гьяна — следующая ступень вигьяна, то есть осознание этого знания. Пракрити, природа, она вся исходит из Верховного Господа, а то есть Верховный Господь, он причина всего. Unlimited energies, because all, you know, Господь, Он источник всего, и Он также обладает бесконечной энергией, бесконечной силой, от души какой-то ограниченная. Даже если душа занимает пост Бога Солнца или Луны или еще чего-нибудь, все равно у него будет ограниченный запас силы. It is also having some energy, but how he can realize? He cannot realize. How is possible? Energy is there, but limited energy there everywhere.
То есть у всех есть какой-то ограниченный запас силы или энергии. И вот согласно теории Эйнштейна, если материю превратить в энергию, то в процессе этой конвертации можно обрести огромное количество энергии. И согласно этому принципу, все объекты, все вещи, у них есть какой-то энергетический потенциал. Например, есть дерево, а если зажечь дерево, то можно увидеть, как эта энергия в форме тепла выделяется. То есть это потенциальная возможность скрыта внутри дерева. И вот все объекты, у них какой-то ограниченный запас энергии, но вся энергия исходит из Верховного Господа. Если Дурьотхан покажет какую-то свою силу или еще кто-то, но она вся исходит из главного источника Бхагавана Шри Кришны. Все обусловленные души, у них есть ограниченный запас энергии, и все остальные. И вот таким образом, что ты вместилище всей энергии, всей силы. И вот Бхагаватам, когда Бхагаван Шри Кришна собрался отдохнуть, и все шакти, они вошли внутрь его тела, когда шакти, когда Кришна, он во время Читурмаси, Господь два месяца спит, и все Упанишады, Веды и прочие, они молятся Верховному Господу. Читурмаси, время Читурмаси – это особое время, когда у нас есть возможность воспевать славу Бхагавана Шри Кришны беспрерывно. То есть Читурмаси особенно должна быть посвящена для воспевания и слушания о славе Шри Кришны. И вот в Ведастути можно найти такую шлоку. И вот Веды Упанишады, они просят: «О Бхагаван, когда же ты забираешь всю энергию внутрь себя, то есть во время творения Господь расширяется, и вся энергия, она исходит соответственно, а когда во время уничтожения она входит в тело Господа». И вот это материальное творение, это Шакти Паринам. Гауди Вайшнавы говорят, что этот материальный мир, он это трансформация энергии Шакти Паринама. Но Майвади говорят, что нет, если мы признаем, что есть какая-то другая татва, которая зовется татвой, которая зовется Шакти, то как, когда они могут утвердить свою Адвагьян татву? И вот Майвади, они не признают, что у Господа есть какая-то энергия, поскольку если они это признают, то их учение, оно бессмысленным окажется. Но Гауди Вайшнавы, не только Гауди Вайшнавы, все вайшнавское общество, они верят в то, что есть Шакти Татва. И если Шакти Татва была бы, то это соответственно, это Шакти не мешает существованию Адвайгьян Татвы, поскольку согласно Веданта Сутре говорится Шакти Шакти Матур Абьет. То есть эта сутра говорит о том, что Шактиман и Шакти, они не отличны друг от друга.
То есть энергия и обладатели этой энергии, они не отличны друг от друга. И поэтому это одна единая татва. И вы, хотя мы признаем, что шакти-татва, она есть, но это она единая татва, а не две раздельные, не две раздельные. Но Верховный Господь, Он источник всей, всех бесчисленных энергий. И хотя различные качества, и вот здесь говорится, and the possessor of unlimited energies, although completely free of material qualities and transformation, he was the prime mover of the material nature. Though all natural qualities, all natural prakriti, и вот хотя прокрытие, природа, то есть три этих гуны материальной природы, хотя они исходят из тебя, но все же они не касаются тебя, и преданные также. И вот, то есть преданные, хотя находятся в этом материальном мире, но эти гуны материальной природы и чистых преданных не затрагивают. И следующая, 41-я шлока. Anyway, I must complete. So some contamination must be there, 100%. So kalayo kalo navayo kalavayo sakshine vishayo tat upodrashte tat karte vishvetave. Kalayo means time. Kal means? It was, question was put in front of Einstein. И вот у Эйнштейна однажды спросили, что он имеет в виду под временем. И Эйнштейн ответил, что время – не что иное, как движение. И вот вопрос в том, кто или что двигается. И вот хотя он был западный ученый, но все равно у него были очень глубокие идеи, иначе как для него было возможно признать, выдвинуть теорию, что материя может в энергию превратиться. Это только в ведических писаниях говорится об этом, и он сам пришел к этому. Даже те, кто родились в Индии, не знают, и те, кто не имеют знания о Ведах, Веданте и Упанишадах, они и то этого не знают. И вот Веды, они разделяются на Нигамы и Агамы. Нигамы, значит, это то, что исходит от Вед. Нигама, значит, Веды, а Агама – то, что через другой канал приходит, через Санкаршана и Махадева, а Веды – через Брахма. И Махапрабху уже сказал то, что Нигамы хотели сказать, то… А, то есть то, о чем говорят Агамы и Нигамы, оно, в принципе, то же самое, но есть разница. Вот, вот перед Дургой Пуджа можно найти, что проводят Чанди Пуджу, вот, читают вот эти стихи. Ja devi sarva bhuteshu shakti rupena samsthita
in the form of energy in nature. So this is the secret thing. How it is possible for Einstein to realize? И вот и как же для Эйнштейна можно было, как Эйнштейн мог дойти до такого заключения, которое в этих стихах описывается. Он был уверен, что материя может быть преобразована в энергию. И когда Эйнштейн вывел свою теорию, m is mass of that substance, and c is the square of the velocity of light. Square of the velocity of light. So this way, Einstein wanted to prove energy. Now actually point is there, that E is equal to mc square, okay. Now here we find energy and mass is possible. Because if you go back to the root cause, you can find when Bhagavan Sri Krishna went to collect all energy and put inside him and resting without any motion, motionless. Not inactive, inside he is also feeling, but without any action. И вот когда Махавишну во время Чатурмаси он спит, вся энергия в него, всю энергию он собирает, и она входит в его тело, и тогда никакой лилы не происходит. А лила что такое? Лила значит игра Господа с его шакти. А майявади не верят в отдельное существование шакти Господа. А вайшнавы говорят, что шакти и шакти матор объект. То есть то, что шакти, оно не отлично от своего обладателя, и поэтому в этом никакой проблемы нет. И вот эта Ачинтия Бьеда-Бьеда Татва, она более научна. И вот сейчас... Вот Эйнштейн сказал, что время не что иное, как движение, и если это так, то вопрос возникает, кто или что двигается. Now after this, who or what will be? Then the question of mass coming. Follow. Question of mass coming. But who or what will be? И вот, если выяснить, кто или что двигается, то вес этого объекта нужно выяснить будет. И третье, как долго и как далеко это будет двигаться. So one by one this coming. So first of all coming, conception of mass coming, and moving means who or what will move, and for how long. So you see, how long for time, space and matter, interrelated, times automatically. So this way actually, all the original sources, Bhagavan Sri Krishna, here it is written, Kalayo Kalo Navayo, Naval means, Amen. И вот в следующей шлоке говорится, что все время оно вращается вокруг Господа, который в центре. Кал – время, значит… То есть в нашем теле тоже все движется. И все, весь космос движется, и все остальное. Every moment going to take away your lifespan.
И вот время, оно движется, и каждый день оно забирает нашу жизнь. То есть каждый день нам остается жить на день меньше. И вот с каждым восходом солнца наша жизнь, она сокращается. Это зовется на санскрите кал, время. Это время, оно может забрать все. Если мы подождем, посмотрим, что время, оно захватывает все. Это зовется махакалом. И первая причина всего времени — это, то есть Кришна, причина, свидетель и центр причины и свидетель этого времени. И то, что случается, вот Кришна, он наблюдает, как, например, у Кришны спросить, что было каких-нибудь 5 миллиардов лет назад, Кришна сразу же ответит. Obeisances unto you who are time itself. I already told this. Yeah, also I write some note because I know you can feel bored. Who are the? You know, obeisances unto your lotus feet. Who are time itself? You are time itself. Kal. И вот они говорят дальше, что поклоны твоим лотосным стопам, что и вот ты являешься в образе времени, свидетели этого времени. Obeisances unto you who are time itself, the center of time and the witness of time in all its phases, past, present and future. You are the universe and also its separate observer. You are taking, I already told yesterday, и вот вчера я говорил, что я корона. Если Jatro, Yeno, Jato, Yasu, Yasmi, Yadiyat, Yatha, Yada, all the cause, Kesani, you. Where, who, how, when, everything here coming. You are the universe coming. Krishna is universe. Krishna is universe, yes. But still Krishna has a separate existence. И Кришна, смотрите, хотя он присутствует в каждой частичке Вселенной, но также и отдельной личностью. Кришна, он везде, где бы мы, куда бы мы ни посмотрели, но в то же самое время вот он, Парабрахма, Бхагаван Шри Кришна, имеет свое отдельное существование. Он творец всего мира. И главная причина всех причин. И вот в 42-й шлоке говорится, Bhuto Matrendriyo Prano Mano Buddha Sayatmani Tri Bhunena Vimanena Guru Swatmanu Bhutai Bhuto Matmendriya Prano Mano Buddhya Sayatmani Trigunena Abhimanena Guru Swatmanu Bhutai. It is written. Bhuto Matmendriya Prano Mano Buddhi, what do you mean?
All sense organs, all the five elements of this nature, bhuto matmendriyo, bhuto matmendriyo, prana, manu, buddhya, sayatman, man, buddhi, shito, what not. Mind, your mind is also material. Вот наш ум, он тоже материален. It is written, bhuto matmendriyo, prana, manu, buddhya, sayatmane. Buddha Sayatmani, but everything, you are the root cause of everything. It is written, obeisance unto you, who are the ultimate soul of the physical element. И поклоны тебе, ты душа, пребывающая во всех материальных элементах. И вот вопрос возникает, как у этих всех физических материальных элементов душа, разве есть, а почему нет? Хотя, вот я уже сказал, вот в этой шлоке «Атмавасимидам Сарвам», то, что Господь в форме души пребывает везде. И вот в Бхагаватам говорится, что душа везде находится. И в Джайва-дхарме говорится, что те, кто находится вот в этой материи, их сознание, кто пребывает в таких неподвижных формах жизни, их сознание, оно покрыто, а деревья или какие-то такие растения, они как бы живые, но их сознание чуть более раскрыто, чем у камней каких-то и прочих. И вот в молитвах этих жен Кали тоже Господь называется душой всех физических элементов. Perception of the senses, how you can get your consciousness to enjoy different kind of things through your sense organ, because Krishna Adhishthana is not there. If Bhagavan is not there, Atman is not there. Если бы не было Кришны, могли ли мы наслаждаться своими органами чувств? Без него это невозможно. И вот здесь они говорят, что «О, поклоны тебе, душа всех физических элементов, причина всех причин, и также причина жизни, ума, интеллекта, сознания, все это ты по твоей воле». Бесчисленные малые души, они ложно считают себя какими-то отдельными существами. Почему это так происходит? Поскольку ты причина всего этого. Если бы тебя не было, они не могли бы этого думаешь, ну, запутанная тема очень. И вот по твоей воле эти бесконечно малые духовные души, они отождествляют себя с тремя гунами материальной природы. И вот когда живые существа рождаются, то они сразу попадают в клещи этих трех материальных гун природы. И согласно их карме, они получают наказание или поощрение. И вот смотрите, когда Шукадев Госвами, ему пришло время родиться, но он отказывался, поскольку гуны материальной природы, они могли захватить его, и Майя могла бы схватить его. Но Бхагаван Шри Кришна пообещал, что Майя не схватит тебя, давай выхорождайся. И тогда, но он сказал, что моя душа, моя не может
схватить Шукадева, но не просто на какое-то время, а вот на то время, когда горчичное зерно держится на роге коровы. И вот этого времени для Шукадева достаточно было, даже не часть секунды, а гораздо меньше. Просто на такое время Майю как бы обездвижили. И вот по твоей воле души они путешествуют, скитаются по 14 мирам и пожинают плоды своей кармы и ложно отождествляют себя с тремя гунами материальной природы. The predominating bhava. And he at all very good, no problem, then three modes of nature almost not going to touch. So follow. This way, more or less they are going to be influenced by the three modes of material nature. And it is pretty that Bhuto Matsen Riyo Prano Mano Udhya Sayatmane and three gunavi mane no. Guru Svatmanu Bhutai. Trigunena Vimaneno, Trigunana, three modes of nature. They are going to be influenced by three infinitesimal Jivatmas there. And Trigunena Vimaneno, Guru Svatmanu Bhutai. There. 43. Namo Anantayo Sukshmayo Kutasthayo Vipasthite Nana Badanu Rodhayo Bacho Bacho Pasaktaye. You can remember yesterday I was reciting slok, one slok, I started with, what is that? Вчера я начал шлоки, вот этой шлоки. Vibhava Sanmad Bhuvo Bhavanti Kurvanti Chesham Mohanatmamo Tasmina Ananta Gunaya. 100%. И вот различные пандиты, они спорят с друг другом по каким-то темам, что, но по чьей силе они это делают из-за того, что Господь даровал им такую силу. И вот your existence is so fine, nobody can realize. Those who realize soul, и вот они говорят дальше, что твое существование настолько тонко, что оно, что только самосознавшие себя души, они могут осознать твое существование, куда бы они ни смотрели, они видят тебя, но те, у кого нет татва-гьяны, и те, кто находится в материальной обусловленности, они не видят тебя нигде. Атма-таттва, она очень запутана, и поэтому говорится, Гухьям значит это сокровенное, Вишудам чистейшее и сложное. So it is written Namo Anantaya Sukshmayo Kutasthayo mean in the three phase of time there not going to be changed. Kutasthaya mean the Sanskrit word. Kutasthayo vipasthite. It is written, and they actually, I already told the infinitesimal spirit souls falsely identify with the three modes of material nature and their perception of their own true self thus become clouded. I have my real self inside, it's covered up with agyam. It's one magic they cannot realize. So they are running like ghost magic. So it is written, and their perception of their own true self and thus become clouded, full of cloud, covered up, they cannot realize.
И вот мы предлагаем свои поклоны вездесущей личности Бога, который везде которая находится в такой неизменной трансцендентности. Это тот, чье положение и состояние никогда не меняется. И вот мы приносим свои поклоны такой личности. Unchanging transcendence is feature and never change. Kutastha. Kutastha на санскрите это термин называется. Тот, чьи opposing views to sanction the fighting. Let two pandits and different pandits fight with each other. Is a mystery. Yasaktayuvadatam varinam. How? They are speaking, everybody fighting by the power of Krishna. И как пандиты спорят друг с другом только по милости Кришны. In this world is fighting by Bhuva Bhavanti. Kurvanti Jaisham Muratmamoh. They are all hypnotized by the Maya illusory energy of Bhagavan. According to their activity, Bhagavan is not going to do anything but everything. Automatically there. I already told na nāvakte ka sijit bāva mā chayva sukhtatim gibo āgyāne nāvritam gyanam te namajanti jantam. Who sanction the opposite views of different philosophers, pandits, they can fight with each other. Who are the man and who are the power of upholding? Who is the original power of fighting? Who is the original power? Krishna. Кришна, Он дает всем силу, если бы Кришна не давал, если бы, то есть вся сила, она из Кришны происходит, и поэтому кто-то может сражаться с кем-то. How you are speaking this way? Whose power is it? Hey Arjan, by his power you are sitting in throne, you are shouting. I am speaking politely. Когда Хираньякашипу спросил, откуда Прохлад обрел такую силу, то Прохлад Махарадж сказал, оттуда, откуда ты обрел свою, из того же источника. So now actually 44 it is written Namo Prana Mulayo Kavayo Sastra Jonoye. You can remember, today I am not feeling energy, I don't know why. Must be 100%. If some of here can confess what done, that some problem must be there here. I am sure, must have done something wrong. 100%. But some condemnation must be there. So namo prana mulayu kavaye sastra jonaye. Namo prana mulayu kavaye sastra jonaye. I requested you all to lead Kartik Mas very carefully. You can remember, I repeatedly told in Kartik Mas before starting, I told you to lead your life very accurately, purely. Просит в Картик вести свою жизнь должным образом. 100%. It cannot be so. So namo prana mulayo kavaye sastra jonaye. Yesterday also I was speaking about this thing. The sastra jonaye, the same you can remember, sastra jonitvat, I was speaking. So namo prana mulayo, the vitals of all lives, visible in the whole infinite universe. Namo prana mulayo means Namo prana mulayo min is that you are the vitals of all lives. Namo prana mulayo kavaye sastra jonaye. Kavaye min, kavi min you can think, kavi min
Вот это слово «кавае» значит, оно похоже на «кави», тот, кто сочиняет поэмы. Но нет, здесь это термин используется для обозначения того, кто знает прошлое, настоящее и будущее. И в четвертом падеже используется. И то есть этим словом обозначается Кришна. Тот, кто причина всех знаний и знающий все. В нигамах, ведах можно найти различные эти советы, чему можно следовать. А также различные цветистые слова, которые предлагают те или иные достижения, если делать что-то то или иное. И вот какие-то люди, они попадают под влияние таких цветистых слов вед и стремятся к каким-то наслаждениям или еще к чему-либо. И вот И вот в комментарии к этому стиху говорится, что мы предлагаем свои поклоны снова и снова тебе, о ты, кто есть основа всех авторитетных свидетельств, доказательств, тот, кто источник и причина явленных писаний, и тот, кто явил себя в этой ведической литературе. Namo Krishnayo Ramayo Vasudeva Sudayasya Pradunayo Nanudhayo Sattvatam Pataye Nama. Sattvatam Pataye Sattvata with eternal future, for eternal existence, Sattvatam Pataye. И вот это слово значит тот, кто вечно существует и не меняется. И вот они говорят сначала «Намо Кришная», потом говорят, что «Кришна, ты вездесущий, Верховный Господь, и в то же самое время ты Кришна, и Кришна в форме Рамы и других». И Бхагаван Шри Кришна, все аватары исходят из него, бесчисленные аватары. И мы не можем их всех посчитать. Бесчисленных вселенных. Countless
и все исходят из тебя, и поэтому и вот они перечисляют всех этих аватаров, что иногда в форме Васудева, иногда Рама, иногда Баларама. Прадюмна, Нирудхи и прочих. И следующее. И вот они предлагают эти поклоны свои. Господу всех преданных Вишну и те, кто ведут свою жизнь в соответствии с Сататапантхой. Это значит, это термин значит Бхагават-панта. Those who are saintly personalities, I mean those who are going to do bhajan of your lotus feet, those who are doing bhajan of Vishnu is Vaishnav. Vishnu archayanti, Vishnu archayanti je janaha tehi Vaishnava. Right? So they are Vaishnav. So it is written unto the lotus feet. The master of all the sanctuary devotees of Vishnu. So namo Krishnayu Ramayu Vasudeva Sutaya cha Pardunaya Anuruddhayu Sattatam Patre Namaha. 45. Namo namo guna pradipayo gunatma chadanaya cha are guna pravritti upalakshayo Guna drashte shashambire. Obeisances to you, О, поклоны тебе, о Господь, кто являет различные материальные и духовные качества, тот, кто прячет себя, чтобы обычные люди не могли увидеть его. Но Господь может перед саду, которые предались ему, он может явить свои качества им. И поклоны тебе, о Господь, который являет различные материальные и духовные качества. И тот, кто прячет сам себя с этими материальными качествами, Сатва, Раджа, Тамагуна, они привлекают людей, и они отворачиваются от Кришны. И вот тот, кто прячет себя, и вот изначальная причина всех гун материальной природы — это Кришна, но Кришна он прячет себя за этими гунами, что люди отрицают его существование. Those same material qualities ultimately reveals your existence. Because those material qualities cannot show any function without you. So it's ultimately going to show your existence. Но эти материальные качества в итоге они показывают твое существование, но это могут осознать только самосознавшие себя души. И вот следующее. You are doing everything, but still,
you have one separate special feature. You stand apart from the material qualities as a witness and can be fully known only by your devotees. Huh? So Kunti Devi also, Kunti Devi, how Kunti Devi pray? И вот Кунти Деви, как она молится Господу. Кунти Деви вот, похожим образом молится. То, что только настоящие преданные Парамахамсы не могут увидеть Господа за всеми этими его материальными качествами. И сейчас следующее. Abhyakrita vihayayo, vihayayo, sarva vyakrita siddhaye, rishikesho namastute munaye mauna salini. Munaye mauna salini, rishikesayana, who rishikes? Who is the controller of audio sensor? Rishikesh – это тот, кто контролирует все наши органы чувств. So, и вот, о Господь Ришикеш, о Господь всех органов чувств, пожалуйста, позволь предложить наши поклоны Тебе, тот, чьи лилы бесконечные, непостижимы. And revelator of all cosmic manifestation, but although your devotees can understand you in this way, common people, wandered souls, they cannot. Обычные люди они не могут осознать, но самосознавшие себя души, они видят, что ты вездесущий, пребываешь везде и во всем. Кто-то может привести такой аргумент, что нети-нети, что Бхагавататвы нет ни там, ни здесь. Но Майявади, который этот аргумент приводит, они отказываются от самой Бхагавататвы. И вот преданные могут понять тебя в таком качестве, а непреданные, они, а для непреданных ты остаешься молчаливым и самодовольным. В смысле, тот, кто не довольствуется самим собой. И So Bhakrita Vihaya Viharayo Sarva Bhakrita Siddhaye Rishikesa Namaste Astu Munaye Mauna Sharine. After that is written Paravaro Guti Jnayo Sarva Dakshayo Te Namaha Avishvayo Chavishvayo Tad Drashte Asho Chahe Tabe. Paravaro, you know, Paro Eva Avar. Paravar means sabar jangam everything. Paravar means sabar jangam everything. So paravar, those obeisances unto you who know the. И вот поклоны тебе, тот, кто знает назначение всех вещей. Paravar means superior and inferior, and who are the и тот, кто контролирующий всего и вся, ты отличен от этого вселенского творения, и в то же самое время ты основа всего, на чем возникает иллюзия этого материального творения. Как иллюзия возникает? Вот и в первой шлоке Бхагаватам вот есть такие слова.
Dhanyasteno Shada Nirastha Bhokam Satyam Param Dhimam. This is here also. You are distinct from the universal creation, and yet you are the basis upon which the illusion of material creation evolves. Otherwise, how it is possible that you are going to see this? You are going to see, find some water in the desert. In the desert, you can find some water. И вот в пустыне можно найти какую-то воду. Как это происходит? Из-за солнца мираж возникает. На горячем песке вот воздух переломляется, и можно издалека видеть, что вода. Если подойти ближе, то ничего похожего и нету. И такая иллюзия, она откуда происходит? Это же Господь сотворил. И ты также свидетель этой иллюзии. И также ты коренная, основная причина всего мира. After that, 39 it is written that Tvam hi aso janma sthiti samyamano prabhu gunai rani ho akrita kala sakti dhri. Janma sthiti samyamano. Janma sthiti bhavano. You know, janma means creation and resting all creation. Все творение исходит из Кришны, находится на Кришне, и в Кришне, и уничтожается тоже Кришна. And tat-tat sabhavanu prati bodhayano sataha samikshayamogho viharo ihase. O Almighty Lord, O Всемогущий Господь, хотя ты тебе не нужно вовлекаться в материальные действия, но все же ты действуешь через свои внутренние, через внутренние энергии Вселенной. И Бхагаван, я уже говорил, говорит вот в этой шлоке, что я вхожу во все первые элементы, во все элементы, и в то же самое время меня там нет. И вот Всемогущий Господь, хотя ему не нужно входить во все эти элементы, но он все-таки входит. Как вы можете видели, тот, кто делает украшения, эти ювелиры, они используют какой-то железный инструмент. Они помещают его внутрь и как-то делают украшения, и, но на этом железном предмете. Но все же это железо, оно, на это железо золото влияние не оказывает. И также говорится, что Кришна, он причина всего, но это все, оно никакого влияния на Кришну не оказывает. Actually, this, yes, I already told them, you are the distinction.
O Almighty Lord, although you have no reason to become involved in material activities, still you act through your eternal potency. И вот ты действуешь через свои энергии. И ты делаешь это через соответствующие энергии в этой Вселенной. И вся энергия Бхагаван Шри Кришна использует като для проявления этого мира, но все же, когда ты спишь, имеется в виду Господь, когда спит и не являет лилу творения, то все это пребывает в дремлющем, спящем состоянии. И потом просто взглядом, своим взглядом ты исполняешь все эти, начинаешь все это творение, как вы смотрите, этот, в этом бесконечном мире Гопал, он играет с этим бесчисленным миром. И вчера я также говорил, я привел пример электричества, что если есть все, но электричества нету, ничто не работает. И вот если Кришны бы не было бы, то все полубоги, они не могли бы находиться в гармонии и не могли ничего сделать, хотя были все составляющие. Когда Бхагаван Шри Кришна вошел во все эти первые элементы, то тогда уже они смогли творить. И так по воле Кришны все начало твориться и меняться. И согласно этому вот все меняется, вот как можно видеть на примере времен года. А почему? Поскольку Кришна там. Хи адуна адуна витум сатям статус чате дхармо парипсайет парипсайета. It is written actually, there before all the material bodies throughout the three worlds, these that are peaceful in the mood of goodness, sometimes those that are agitated in the mood of passion, and those that are foolish, I mean the mood of ignorance, all are your creations. Still, those living entities whose bodies are in the mood of goodness are especially dear to you, because tamo rajo. И вот и те живые существа, которые пребывают в гуне сатвы, они более дороги тебе. Protect their religious principle that you are the new parent on earth. Actually, it is written that tasyivate amahastam avastrakyam shanta asanta uto muro jonayhu santaha priyaste. Хи адуна витум сатам статус чате дхармо парипсае атаха.
И вот если Бхагаван Шри Кришна не контролировал бы эту природу, и те, кто находится в тамагуне, у них есть такая тамасическая природа, но все равно они, природа их контролирует как-то. И вот сатва и раджагуна, они тоже контролируются тобою. И вот говорится, что если бы ты не контролировал все эти гуны, то как творение могло бы развиваться? In which life they can get changed, that is up to their mood. So now after that, 51 number spoke speaking, aparadha sakrito harta shodobbo saprajakritaha kshantum arhasi santatmanaha morasso tam ajanataha. Now Kalyapatni is the wife they are requesting Prabhu. И вот жены Кали говорят, что наш муж совершил множество оскорблений, апарадх, но просим тебя, пролей милость на него. И так или иначе, он тоже твое творение, он не вне твоего творения. Giving poison, his poison automatically there. Willingly or unwillingly, he is going to make contamination of the dam. This way, we will have to excuse. И вот они просят просить Кали за его осознанные или неосознанные оскорбления, и it is written, Anu Grinishwa Bhagavan. И вот эта змея, он, это, в смысле, это змея, наш муж, и сейчас он умирает, и просим пролить милость на него. So Bhagavan, Strinam no sadhus satyanam prati pranaha pradiyatam. For wives, for any wife, husband is the life. Для любой жены муж — это жизнь и душа. И если убить его, то это все равно будет твоя милость. Но все же, если ты даруешь ему жизнь, то всю оставшуюся жизнь мы будем служить тебе вместе с нашим мужем. А до этого он был... Он не признавал тебя, а сейчас он предается тебе, мы видим это и просим пролить на него твою милость. И мы станем вдовами, если ты убьешь его, и следующая проблема. То, что если ты убьешь его, придут другие змеи и попытаются похитить нас. И мы тогда потеряем наше целомудрие также. Но
Videhi te kinkaranam anuscheyam tavagneya and jatshraddhaya anutishtam vai munchate sarvato bhaya. So now you can arrange the situation in such a way, Videhi, Prabhu, arrange the situation in such a way. И, о Господь, организуй ситуацию так, чтобы мы, твои слуги, give service to you, can serve you properly, videhi te ki karinam anuscheyam and tavakaya, please order us, give us permission, how best possible way we can serve you, jatri chayamasthi anutishtan voi muchyate sarvato bhayat. Muchyate sarvato bhayat, hey Prabhu, what to be, what anuscheyam, now what anuscheyam, devotional, here what we can do so that we can satisfy you the best. Agar you, we are waiting for your order, Prabhu. О Господь, мы ждем твоих указаний, что делать, чтобы ты был доволен нами. И вот кто-либо исполняющий указания Господа, он всегда бесстрашен. He become fearless. No prophet can touch him. This is the system. So videhi te kinkarinam anuscheyam tavagnaya jatrichayamasche anutishtan vaimuchyate sarvato bhaya. Sukadev Goswami. И вот Шукадев Госвами. Now Sukadev Goswami speaking. After that, Kali Yuga can speak something. I can speak one or two slokas more. Not. И вот Шукадев говорит, и вот таким образом, Stuti. So this way they are being glorified by those Nagapatnis. Now Murshitam Bhagana Sirasam Visasaryan Rikuttanoi. Actually, by the power of Krishna. И вот по могуществу, благодаря могуществу Кришны, Калинак, он был на волоске от смерти, и вот он очень тяжело дышал, и и вот Бхагаван Шри Кришна хотел отдать им назад их мужа после того, как он исправит буквально его. Почему Кришна стоял на голове Кали? Поскольку эти жены Кали, они пришли, чтобы поклоняться ему, и как они закончили свое поклонение и вознесли молитвы, то Кришна буквально хотел сказать, что вот забирайте своего мужа, он, как сказать, исправлен. И вот Бхагаван Шри Кришна сошел с его головы и говорится, и после этого что случилось? И вот после обретения, и вот после, по милости Кришны, он, жизнь вернулась к нему назад, хотя он был очень слаб, он хотел что-то сказать, Калия, имеется в виду. И вот когда Кришна пролил свою милость на Калию, Калия осознал славу лотосных стоп Шри Кришны.
То есть, смотрите, раньше, когда они боролись, для него было очень тяжело. А когда Кришна стоял на его голове, он чувствовал, что это он, его стопы подобны цветам. Кришна хотел дать ему это чувство. И вот он хотел предаться лотосным стопам Кришны и тяжело дыша с таким молитвенным настроением, буквально со сложными ладонями, ну, рук у него не было, но буквально. И что он начал говорить? Он говорит: «О Господь, мы также внутри твоего творения, мы змеи, мы находимся в тамагуне по твоей воле». И что делать? Мы все же в твоем творении. И когда мы были созданы тобой, может, это из-за наших плодов кармы, но мы были гневны, очень гневались. Это наша привычка, как мы можем изменить ее? Мы находимся под влиянием раджа и тамагуны, и как мы можем изменить, как если какой-то человек находится под влиянием какой-то звезды, то вот и говорят, что гороскоп у человека плохой, и Сатурн будет его беспокоить следующие лет 10, и вот говорится. В этом материальном мире мы можем видеть, кто может избавиться от влияния звезд и планет. О Господь, прости нас, что же делать? Я змея, и я, естественно, очень злой, полон тамагуны. Но все же я не нахожусь вне твоего творения. И вот все это творение создано тобою. Yoni Virya Sayakriti, all creature, all, you know, Jivatmas, they are created according to their past activities. Some showing this kind of activities, some going this kind of attitude, all they are actually. Tvaya Sastamidam Vishwam, Dhator Guna Visasaryanam, Nana Sabhavo, Vidyojo, Yoni Vija Sayakriti. This way, different kind of creation. И таким образом различные творения созданы тобой, находящиеся в различных гунах материальной природы. И Ваянча Татро Бхагаван Сарва Яту Руду Маннава. And naturally, in born, we are very angry. И поэтому из-за своей природы мы очень гневны, очень злые. И вот мы очень гневны из-за своего такого рождения. Махита своим
И мы очарованы твоей майей, и до тех пор, пока ты не изменишь наше сердце, что не прольешь свое сострадание на нас, и, а что мы можем делать с вами собственными усилиями. If you can show your mercy, then it is possible. Out of your own compassion, you can show. Bhavan hi karanam tatra sarvabhgo jagadishvaraha anugraham nigraham vamannase tadvidehina. What you think fit, you can give punishment, you can show compassion, whatever you like. И что ты считаешь нужным, то сделай. Благослови нас и прокляни. И то, что случилось, мы змеи, мы очень злые, но это из-за нашей кармы может происходить, но ты причина всех нас. И ты вездесущий Господь, ты Джагадишвара, ты Джаганат. И что ты думаешь достойным нас, то и сделай. Хочешь, накажи, хочешь, прости. Manusa vigraha, Bhagavan Sri Krishna is showing you human, like human being. И вот Бхагаван Шри Кришна в форме человека, он действует. И вот Бхагаван Шри Кришна, выслушав это прославление, Шукадев говорит. И причина, ради которой Господь снизошел в этот материальный мир как человек, в теле подобному человеку, Бхагаван Шри Кришна говорит. И говорит, все, что случилось, давай забудем, я прощаю тебе, благодаря молитве твоих жен, они все преданы, и ты тоже предался мне. Хорошо, я благословляю вас, поскольку как бы без моей милости ты смог измениться. Смотрите, пылинки, пыли с лотосных стоп Гопала, она практически невозможна. Бали получил пыль с лотосных стоп Ваманадева. Ваманадев, он поместил свою стопу на его голову, но кто еще? А кто обрел пыль с лотосных стоп Говинды или Гопала? И это Калия было необычайно удачлив. Итак, по милости Кришны, по милости пыли с его лотосных стоп, Калии, сердце Калии изменилось, он предался Кришне, и он хотел служить Кришне остаток своей жизни, но все же Бхагаван Шри Кришна дал наставление ему хорошо. Уходи отсюда в свой, к себе назад. Ты не можешь жить здесь во Вриндаване. Это моя лилакша, это Вриндаван Дама. Гяти апатто дараддо го нивир худжате надхи. You know, it is my eternal place, it is my playing ground. И вот он говорит, ты знаешь, это место моих детских лил, и те преданные в Раджавасе коровы, они будут пить воду с этого озера, если они случайно выпьют, то умрут, поэтому лучше уходи отсюда. И
Бхагаван Шри Кришна говорит. Everybody going to drink and use for their personal use. И вот эту воду с реки, с этого озера Браджаваси используют. И поэтому, чтобы они не отравились, ты, пожалуйста, побыстрее выбирайся отсюда. И те, кто будут воспевать и обсуждать эту лилу. И те, кто будут слушать день и ночь эту лилу, люди в этом материальном мире. И вот те люди, которые будут обсуждать эту лилу, они станут бесстрашными. Те, кто будет воспевать славу Калия Нага и то наказание, которое он получил от меня, то никаких проблем со змеями у них никогда не будет. И те, кто вечером и ночью будут воспевать славу этой лилы, вот у них не будет никакого страха перед змеями. Devadis starpai jalai. Yo asmin snapta. Asmin mean is Kalini water. It is Una water. Those who are going to take bath. Асмин значит, асмин снатра значит, а те, кто примут омовение в этой реке и будут совершать тарпан, и пост упавас, они освободятся от всех грехов. Вот те, кто примут омовение в этой реке в Ямуне, и в этом месте лил. А вот это тарпан, значит, предложение воды из водоема Гурудеву, полубогам или еще каким-то этим высшим сущностям. Материалисты, они предлагают воду с Ямуны в это время своим предкам. И вот каждый год, в смысле, каждый день, а по нашему исчислению это раз в год, они предлагают воду своим предкам. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит. Devadi starpai jalai. Jo asmin snata in water, in this water, those who are going to take bath. А те, кто примут омовение в этом месте. Jo asmin snata madakri devadi starpai jalai. With this water, we are going to do tarpan. Upasho man smarit archayat. They are going to. И те, кто будут помнить мне и поклоняться мне, они освободятся полностью от всех грехов. Дипам
И вот у Кали могло быть возражение, что если он уйдет из этого водоема, то Гауда убьет его, но Кришна сказал, что не бойся, не убьет. Поскольку Гаруда Бхагаван, он увидит отпечатки моих стоп на твоей голове, и вот смотрите, сейчас у всех змей можно увидеть отпечатки стоп Кришны с тех пор. И Гаруда увидит отпечатки моих стоп и не будет тебя беспокоить. И вот Бхагаван, по указанию Бхагаван Шри Кришны, они собрались уходить в этот Раманальдвип, откуда они пришли. И вот Шукадев Госвами говорит, произнеся все это, Укта в этом значит после слушания всего этого от Кришны. Evam ukto bhagavata. By suggestion of this way, he was giving instruction. So evam ukto bhagavata krishnena bhuta karmana tvam pujayamasam muda nagapatnashtra sadharam. And then tvam pujayamasam muda nagapatnashtra sadharam. With great care and obeisances, they are и с великим почтением и поклонами они начали совершать арчану поклонения Господу Шри Кришне. И вот вопрос, как они были эти змеи, откуда они все предметы для поклонения набрали. И эти змеи, они под водой жили, и там могли найти множество драгоценных камней и другое имя океана Ратнакар. То есть буквально источник всех драгоценных камней. На дне моря можно найти много мании эти драгоценных камней. И вот по милости Кришны все возможно. Почему нет? Что же невозможно по милости Кришны, когда Гаджендра хотел поклоняться, откуда он лотос взял? Поскольку они в этом водоеме сражались тысячу лет, и Кришна организовал Лакшми, когда там с Нараяной подлетали, то она видела, что Гаджендра хочет что-то поклониться, что-то предложить Господу Хари, и нечего предложить, и это Лакшми дала, кинула лотос со своей ему. И вот он поймал этот лотос и предложил Кришне. И здесь также вполне могло быть. И вот они предложили также прекрасную одежду и гирлянду, и мани, драгоценные камни. Дивьямбарасрагмани, парадхайрапи бхушанай,
И лотосы, где они нашли лотосы, по милости Кришны, если по милости Кришны мог остров появиться, то почему и лотосы не могли появиться? И поэтому дальше говорится. Who is Garudadvaja? Who is you know, climbing the chariot? Who is having flag? I am marking Garudadvaja. So this way, Garudadvaja person, they are going to satisfy Jagannath by this kind of worshiping. They are offering everything. Now, Сейчас Махарадж несколько шлок прочтет, и на сегодня все. И вот, закончив поклонение, Господь был доволен их поклонением. А еще, когда Кришна дал наставление, и все эти жены Калия, и их все дети, они совершили парикраму Кришны, обошли Кришну. И вот с позволения Кришны они совершили парикрама. Сакалатра значит все жены, дети и этот сам Калия. Ну, в общем, они совершили парикраму, погрузились под воду и поплыли. Под водой. В свой Раманагдвип. Deepam Adher Jagamaha Adher Deepam Adher that deep within that ocean there is Ramanadvip Deepam Adher Jagamaha Jagamana gone they all gone. Ну и поплыли в общем к себе в Раманагдвип и с тех пор. Tadaivo Samrita Jala Jamana Nirvishahava from then onward. Вода в Ямуне, она была, стала чиста и подобна нектару. И вот так, по милости Гопала Говинды, такая совершилась лила. И Кришна, он очистил всю Ямуну, и воды стали подобны нектару, и с этого дня все могли использовать и совершать свой баджан, принимать омовение в Ямуне. И на сегодня конец. Iti Srimad Bhagavate Mahapurane Paramahansyam Sanhitayam Vyasakhyam Dasamaskande Kalyum Niryapanam Namu Sarasodhyaha Samaptaha Vanchaka Kudurosiki Vasindhi Bhavati Pachitanam Bhavan Bho What do you mean to say? What do you mean to say? In our heart. What do you mean to say? What kind of teachings and how we can get from this Kali? Вот какой, ну, вот вопрос, какое учение, смысл всей Калия-лилы? После этого будет следующая глава.
как Кали с Гаруды сражался. И вот в сердце каждого есть какие-то демоны. И можно вспомнить, в сердце есть Калия, он полон яда, и каково его умонастроение, то, что мы заняты всегда материальными наслаждениями, мы не можем потерпеть, а вот заняты с этими с потерями и обретениями чего-либо, прибылью, выгодой и убытками. Вот змея, она хочет наслаждаться, и она не позволяет никому это. А, то есть змеи гневаются всегда, если какие-то проблемы на пути их наслаждения возникают. Змея — это олицетворение тамагуны, а люди, они не только из тамагуны состоят, это смесь различных гун, просто это смесь трех гун материальной природы, но согласно прошлым действиям, тамагуна, она доминирует в змеях. Ну, то есть в людях не может быть только тамагуна, там всегда есть что-то еще. В этом материальном мире нельзя найти такого человека, который только из чистой сатагуны состоит. У него будет и раджагуна, и тамагуна, но может быть очень мало. Только те, кто совершает ваджан, они могут достичь чистой сатагуны без примеси других гун. А в змеях, как правило, около 99% тамагуны. И также в этих слонах у них тоже какая-то часть тамагуны есть. И вот когда Гаджинда молился, он не молился, чтобы счастливо жить в теле слона. Он молился Господу, чтобы Господь избавил его от невежества. И Калия также это качество невежества. Калия значит воплощение невежества. И невежество, но есть в нас. И по милости гуру и вайшнавы, гуру вайшнавы могут молиться Кришне, и Кришна будет доволен нами, и сделает что-то хорошее для нас. Так, это обычное правило в киртанах. В Шрила Бхактивинода Тхакура есть такие строки также. И здесь этот жены Калии, они молились Кришне о его благе, и ради нас гуру вайшнавы могут молиться Кришне. Как Джагай Мадхай, они были полностью в тамагуне и раджагуне, занимались только греховной деятельностью, но по милости, по молитве Нитьянанды и Харидас Такура Махапрабху изменил их сердца. И также Калия в образе тамагуны, он есть в нашем сердце, но по милости Кришны он может уйти. Смотрите, чтобы благодаря нашим действиям, даже просто нашему присутствию,
То есть, если из-за нашего присутствия Гуру Вайшнава гневается, то нам лучше уйти с того места. Это тоже опасно. Если кто-то, вот, например, Ашватхама находился бы во Вриндаване, то у него проблема есть, от него воняет страшно. И вот за километр, он может в лесу где-то живет далеко, то еще куда ни шло. Но и также Калия, смотрите, он находился во Вриндаване, но из-за его присутствия всем плохо было. Он был страшно ядовит. И если мы хотим стать великим преданным, мы тоже должны думать так, чтобы своим присутствием не беспокоить никого. Если мы где-то находимся, то есть Гурудев доволен нашим присутствием или нет, это очень важно. Иногда Гурудев может чувствовать, что какой-то преданный, если он находится здесь, то ничего хорошего не будет в этом. Гурудев не может... Но есть, например, перед всеми подряд, то есть какие-то близкие должны находиться. Я вот пример могу привести. Был так называемый преданный, Гурудев приехал к нему в деревню, и этот преданный, он раньше видел, полгода назад, в декабре, Гурудев приезжал к какому-то другому преданному, он там был. И Гурудев горячей водой омыл его стопы. Гурудев доволен был. А сейчас Гурудев приехал летом, и он все равно нагрел воду погорячее и был настроен омыть стопы Гурудева именно горячей водой, поскольку он видел, что какой-то преданный так делает. И вот если Гуру и Вайшнава недовольны нашим присутствием, то для такого человека лучше уйти. Или Гурудев, и вот если наше присутствие проблемы Вайшнавам причиняет, то лучше уйти куда-либо. Как Кали вроде живет, а что он делает? Вроде ничего не делает, просто живет, но яд из него исходит и оскверняет, отравляет все озеро. И также, если из-за нашего присутствия Вайшнавы и Бхагаван чувствуют беспокойство, то для нас уйти будет лучшим служением. И вот, а когда мы обретем милость, то смотрите, даже когда Калия получил милость Кришны, то Кришна попросил его уйти, а не остаться. Все змеи, они в тамагуне находятся. И вот это вот качество мацарьи, она тоже в змеях есть. И вот какие-то качества можно использовать в Кришна Севе, а вот Мацарджу нельзя. И вот это последнее, вот это качество, оно подобно змее, и его нельзя занять в служении. Да, вот он так не нашел применения. И если есть такое плохое качество, то все другие тоже появляются. Эта мацаджа, она должна быть, избегать ее должна. И вот смотрите, когда Кришна пришел играть в его озеро, то этот Калия очень обозлился. И смотрите, в нашем сердце не должно быть никаких змей и тамагуны. Если наше сердце, оно будет наполнено сатвагуны, наше сердце должно быть полно сатвабхавы, полно света. И тогда и только тогда мы можем продвигаться. И через Кали-лилу также мы можем увидеть, что в Раджавасе какую огромную любовь они имеют к Шри Кришне.
есть различные лилы, но в эту именно Кали-лилу, это Кали-лила дает нам свидетельство, они огромную любовь, они показывают, какую огромную любовь Враджаваси имеют к Шри Кришне и Шри Кришна к Враджаваси. Их такая взаимная любовь, это одно из свидетельств Кали-даман-лилы. И также в любом рождении преданный может жить, как вот жены этого Кали, это тоже не опасно для них, они могут совершать баджан, несмотря на это. И Гаджендра тоже, он вспомнил свое прошлое рождение. Он вспомнил, что он был преданным в прошлой жизни, но из-за своей и карма пола он забыл. И вот впоследствии, во время этой опасности, он вспомнил свое прошлое рождение. С помощью Гуру Севы и вот с Тамагуной Гуру Севы невозможно. И вот когда мы находимся в обусловленном состоянии в Тамагуна, в нас, то мы не можем служить Гурудеву, поскольку Гурудев на трансцендентном уровне находится, и поэтому может дать нам, он может дать нам возможность исправиться, но все же с Тама и Раджагуной мы можем пытаться слушать Гурудев, милость нам окажет, но опять же, это не значит, что с Тама и Раджагуной мы можем служить Гурудеву. Мы должны, конечно, пытаться, но и пытаться в то же самое время пытаться избавиться от этих Тама и Раджагун. И вот с Тамагуной ничего нельзя делать, но если мы находимся в таком положении, что делать? Нужно пытаться, и Гуру Вайшнав в один день станут довольны нами и благословят нас. И они, когда увидят нашу искренность, если мы, как Махарадж приводит пример, если мы Муктапуру, что тогда смысла нет во всем освобождении. То есть, но иногда, конечно, бывает такое, как Шрила Прабхупад, он уже свободная совершенная личность, но это редко бывает. И вот и также так бывает, что у Гурудева какие-то спутники бывают, которые в прошлой жизни они совершали лилу с Гурудевом, как, например, в случае с Шрилой Прабхупадой и Шрилой Гокишотой с Бабаджи Махараджем. И вот, например, мы совершали баджан в прошлой жизни, мы утвердились в Сатвагуне, приняли посвящение, получили дикшу, и тогда уже мы утвердимся на такой абсолютной благости. Но если же у нас уже есть это Тама и Раджагуна, и Гурдев, ну, мы должны служить, и Гурдев увидит, что несмотря на наши недостатки, мы искренне, тогда по его милости мы обретем эту сатвагуну. Искренность, она должна быть в начале всего. И через Кали-лилу мы можем узнать много таких вещей. И вот Калия, а вот вопрос, когда Калия, Кришна танцевал на Калии, почему Калия сразу не начал просить о освобождении? Потому что, вот, в соответствии с Веданта Сутрой, то есть Атхата Брахма Джигеса, то есть не у всех возникает такой вопрос.
не заметьте, не все приходят к Гуру Вайшнавам и не спрашивают их об освобождении. Многим нет никакого дела до освобождения, только какие-то избранные души. Вот это только такие возвышенные души, они могут искать решение проблемы всей своей жизни. Не те, кто стремятся к духовному. И вот вопрос. Хотя Калия, он не спросил ничего, поскольку Калия полон Калия, он полон тамагуна. И вот Калия, он не молился поэтому Господу о спасении. За Калию жены его молились, и также я сказал, что Калия, он еще дрался с этим Гарудой и вынужден был прийти во Вриндаван, чтобы спастись от Кали, и также по благодаря молитвам Кали Кришна благословил его, и особенно в это время, когда Кришна совершал такую лилу, и он обрел милость, которая практически невозможна. So this way, the Kaliya not getting testing. It's not if Krishna going to stand in front of you can go mad. But still Kaliya cannot fail because Mula Master. И вот Калия из своей тамагуны, он не мог почувствовать всего величия и всей этой милости, которую он обрел от Кришны.